Ну вот мы поставили нашу переднюю бабку обратно на станочек. Сейчас она у нас стоит неровно относительно направляющих, и нам необходимо ее переднюю бабку выставить. Можно выставить несколькими способами. Но сейчас я покажу самый грубый способ. Но все равно нам для этого нужен проточенный ровный пруточек, который мы зажимаем. Ну, касаемся резцом прутка обработанного. И вот смотрите. Я ступор отодвигаю, и у нас зазор увеличивается. Значит, у нас сейчас бабка стоит криво. Вот так вот. И нам надо бабку сдвинуть сюда. Немножко отжимаем переднюю бабку. Совсем чуть-чуть. Один болт можно не отжимать. Снова касаемся пруточка и начинаем двигать. Ага. Мало. Ну вот у нас сейчас практически одинаковый зазор между деталью и резцом. Это мы как бы грубо выставили. Зажимаем бабку. Сейчас мы проверим. Сейчас мы зажмем заготовочку, попробуем проточить как чисто и посмотрим, что у нас получилось. Замерим 21,54. Так, значит, на длине 100 миллиметров у нас 0,5 конус. Значит, совсем чуть-чуть надо бабку сдвинуть вот в эту сторону. У нас сейчас идет на уменьшение 0,5. Снова отожмем гайки, снимем ремень, отожмем гайки, то есть не гайки, а болты. И совсем тихонько стукнем. Снова зажимаем. Так, и снова протачиваем. Ну-ка. Ну вот у нас в нулях. Ну, 1/100 разница. Это все отлично. Даже в нулях нет.
Ну вот, если у вас есть индикатор, то переднюю бабку можно выставить при помощи индикатора и вот такого приспособления, зажимающего в рессодержателе этот индикатор. Тогда станок, точнее переднюю бабку можно выставить еще точнее. Ну вот мы проверяем результаты нашего труда, но у нас была, ну, грубым способом выставляли, но все равно, видите, достаточно точно выставили. Стрелка прыгает где-то возле нуля. Ну вот, переднюю бабку мы выставили, теперь нам необходимо выставить заднюю бабку. Для этого мы отжали вот здесь вот 4 болтика. И тоже достаточно таким грубым способом мы и выставим. Для этого я всего лишь навсего пиноль задней бабки зажму в рессодержатель. Ой, извиняюсь, в патрон трехкулачковый. Вот мы зажали. Так вот. Все. И зажимаем болтики. Ну все, грубым способом задняя бабка выставлена.